Привет, город-курорт Анапа, 20 мая мы едем купаться в море. Вот оно и море. Море на просторе. Пляж санатория «Юность». Как я и говорил неоднократно, что море цветет любую погоду. Вот такие вот водоросли какие-то плавают тут. Вода прозрачная. Вода прозрачная и прохладная. Там сибиряки, наверное, северяне какие-нибудь купаются. Ну, нормальные анапчане, кубанцы, такие как мы, конечно, не купаются еще. Что такое? Это подвиг. Наша компания там залегла на песочке. Холодно. Серега заходит в море, я иду его сопровождать. Мы пошли выше колена было, вот теперь Серега впереди меня идет ниже колена. Пошли купаться в море, купаться на просторе. Редкостное испытание для весеннего купания — дойти до глубины. Летом-то замучаешься, а сейчас, когда вода... Ой, она уже выше колена, это непередаваемое ощущение 18-градусной воды. Вон Серега уже проплыл, хорошо ему, а я-то что буду делать с видеокамерой? Вот она уже выше пупка мне. Что же делать-то? Первый раз в этом году, надо мне окупнуться. Мама дорогая! О! Ну вот, все, прикоснулся я к этому. Ой! Отлично! Анапа, пляж, море, купальный сезон открыт. Ну и плыви до берега, спину не покорябай. Какая вода прозрачная, вообще мне нравится все. Мне все нравится. Потому что утром меня покормили, в обед обещают покормить. У берега вода теплее. Да, возле берега гораздо теплее. Ну там тоже, наверное, если по верхнему слою плыть-то, тоже, наверное, теплее. Да не, нормально, отличная вода, можно искупаться. Мороженое доставят вам прямо к вашему лежаку. Мороженое, кружевое, стаканчик, шоколадик. Вафельный пирожочка. Отлично. О, дорого, наверное. Да ну, 30 рублей, это разве дорого, на пляже еще. Ой, отлично вообще. Цены приемлемые, приезжайте в Анапу к морю мороженого. Вот дама наша пошли купаться. Все всерьез, по-настоящему. Как всегда, заходить холодно, а выходить неохота. Причем облака закрыли солнце, на берегу нет жары. Может, поэтому и неохота выходить. Конечно, там холодище такая на берегу. Такая муляка возле берега. И большие волны, и ничего страшного. И боль прибивает. Наоборот, полезно. Море большое.
погода испортилась, солнце скрылось, ветер дует. Пора, наверное, и нам собираться. Но, тем не менее, лето началось. Закаленные кубанские женщины загорают в отсутствие солнца. Домой, поехали. Вот мы сегодня доехали до санатория Родник. Здесь в тупичке поставили машину, вернулись с пляжа. Купим чебуреки. Вот здесь Родник, ресторан, магазин продукты. И вот там дальше питьевой бювет. Можно зайти в минералочки. А что, да? Успели мы немножко позагорать. Сейчас облачка набежали. Ну и хорошо, время уже после полудня. У нас дома очередной ремонт. Сейчас приедем, пообедаем и займемся. Да? Да-да-да. Пока не сильно гайцы лютуют. Постов еще нету, да? Обычно не пускают же на Пионерский. Как бы движения нет для частного транспорта. Бора-бора. Ну, когда-нибудь сходим мы на этот бич-клаб. Вот здесь обычно ставят пост гаишники, и дальше в сторону центра не проедешь. Ну, а до дельфинария можно ездить.